Федеральным законом от 10 июля 2023 года номер 323 о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации установлена уголовная ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц. Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 172 прим. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, определяющей ответственность за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц и сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, а равно с угрозой распространения либо распространения заведомо ложной сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующих от имени организации кредитора или в ее интересах, в том числе ее работников, либо лицом, которыми определены право кредитора по договору уступки права требований, либо лицом, действующих от имени или в интересах лица, которому переданы указанные права. Во второй и третьей части статьи приведены отягчающие признаки, предусматривающие повышенную ответственность за совершение указанных деяний. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы до 10 лет.